Привет. Уже 12 час. Я вот шла вот по этой стороне, снимала. И сейчас перешла вот на эту сторону, на другую. И вот те часы, куда мне надо пойти, к вокзалу. И я, в общем, решила, сейчас я бесцельно хожу. Я решила вернуться туда, к этим часам. Там, где на этот... Отправляется туда, на Санта-Розу все. Я решила вот по этому солнцу идти, жарко, вернуться и посмотреть, там пьеры эти близко или нет, чтобы если в другой раз в Алькатрас поехать, а то я сейчас бесцельно это хожу здесь, трамвайчика не увидела, здесь уже нет трамвайчика. Поэтому я возвращаюсь, посмотрю, какой там путь, чтобы в Алькатрас в другой раз поехать, и уже домой. Там, если часа два ехать, так дома, наверное, в 3 или в 4 буду. На первый раз пойдет. Вот иду по солнцу. Ну, думаю, ладно, пойду с этой стороны. По той уже неинтересно ходить. Коко какое-то. А, это, наверное, это курица или что там. Вьетнамес сэндвич. Так, это минамото какой-то, джапан. Ну, тоже съедобно. Что-то там продают. Часы правильно показывают вон там. Я, кстати, хотела часы одеть, но забыла. Ну ладно, здесь идти скучно. Что-нибудь, если увижу, то засниму потом еще сюда. Я что-то снимала, и, по-моему, я не засняла. Еще раз заснимаю. Цветы для Лены, тюльпаны. Гвоздики, подсолнухи. Лилии. Гладиолусы. Такой цвет красивый. Цвет фуксия. Ой, даже верба стоит вон. В такую жару летом, где они вербу взяли. И вон капуши. Камыши. Все, пойду. Что-то я снимала, потом смотрю, у меня вроде бы на фото стоит. А не на видео. Так как я пошла по другой стороне, и вот здесь вот этот памятник. Вроде бы они, по-моему, что-то то ли нефть качают, то ли из пушки стреляют. Сейчас посмотрим. Так, dedicated. Dedicated to mechanics. Джеймс Марвин Донахью. В честь какого-то этого Джеймса Марвина сделан. Отец, что ли, ему поставил это. Уже устала, я пойду домой. Привет. В общем, я возвращаюсь обратно в Санта-Розу через Лакспур, или как он там. Но здесь ничего не написано. Здесь написано Ferry Terminal Time Use 1.45. А сейчас уже 1.45 как раз. И не написано куда. А, вот он, Ларкспур. Депат Сан-Франциско. 10.45 написано. А, это 10.45. А сейчас 11.45. И следующий будет в 1:15. Охо-хо.
Ну, на час я опоздала. Нет, я в 10 часов только сюда пришла. Какой? Ну, ничего, сейчас пойду отдохну немножко и пойду я туда. Где это? Посмотреть, как там далеко до Алькатраса или нет. До Пьера. В 1:45 депат отправления. Ой, 1:15. 30 минут. Нет, не 30. 35 минут езды. Извините, что так долго стою здесь, думаю. Сау-Солита. Сау-Солита. Из Сан-Франциско. Ну, Сау-Солита мне не надо. Сау-Солита это же... Там, где вот эти вот все города по улице Сан-Пабло. По-моему, так. Ладно. Привет. Здесь такое место сделали, чтобы можно было фотографироваться. Я смотрю, там детей поставили, и папа стоит их снимает. Обратила внимание, оказывается, здесь роза, сердечко. А я, наверное, впереди этого поставлю две фотографии. Я сидела за столиком, ну, пообедала. Там у меня еще осталось. Много я, наверное, с собой набрала. И это... Сзади мальчишка сидел. Ну, я потом уже увидела, когда я вставала сейчас, чтобы сюда зайти, вот в этот маркет. Туда дальше не пойду. Там еще второй этаж, по-моему, есть. И это... Я увидела, когда вставала, что это молодой мальчишка. Он все время повторял на Нейзе. Потом я уже, когда разминалась немножко, там он коут все время повторял. Ой, так ужасно вообще. И он это беспрерывно повторяет. Я прям устала. Я пока смотрела свои записи, я устала от его голоса, от его постоянно он повторяет. С надрывом еще. В общем, тяжело такое слушать. Это даже не полчаса, наверное, я слушала. Он до сих пор там сидит. А я хотела отдохнуть. Не знаю, видно или нет. Так, кораблик приплывает, но это не наш, не в этот Ларкпур. Ларкспур. Наш еще через 50 минут, по-моему, прибудет. Там, где я сидела, я сидеть не могу из-за того мальчишки, который все время повторяет там что-то. И я пошла на этот, ну, пирс, это как называется, набережная. Увидела, женщина ест мороженое. И что-то мне так захотелось. И вот, по-моему, очень дорого. Вон 5,50, 7,75, 9,50. Ну, маленькую куплю. Что-то у меня и седалищный нерв это разболелся. Самую маленькую куплю. Хоть не нужно бы сейчас мороженое есть. Ну, хочется. Захотелось. Вот чудеса такие, да? Везде написано было 1:50. Я пошла мороженое покупать. Иду, и она что-то объявляет, там стоит женщина перед этим и говорит, Ларкспур. Я бегом сюда. Вот, в общем, 5 минут они из-за меня, наверное, задержались. Еле успела. Зато я села на верхнюю палубу. Сан-Франциско. Извините, что я кушаю. Не люблю, когда мороженое кушают, еще ее снимают. Но я думала, у меня много времени еще. Да, без 10:02. Алькатрас. Быстрее бы его доесть. Оно у меня еще течет уже. Это какой-то другой кораблик.
Вот это Оклендский мост. А там туннель. Дальше этого туннеля опять мост. Все-таки вот это остров. Я раньше, когда в Сан-Франциско показывала, говорила, что полуостров. Так вот этот просвет же не видно было. А там вон видно, что это Голден Гейт. И что это остров, и на нем никто не живет. Нету домов там. Дай бог, что в Лакспур приехали. А то я что-то так переживаю. Это, конечно, всем понятно. Но я все равно скажу, это фарватеры. Вот эти столбы торчат для нас пошире. А для маленьких лодочек, наверное, вот поменьше фарватер, чтобы зайти к пристани. Так, и это Ричмондский мост. Сейчас приближу. Да, наверное, я правильно приехала, если мост здесь. Может быть, я перепуталась с тем, что он прибывает в 1:50 здесь. Но я нигде 1:15 не видела. Какое-то у меня расписание дурацкое было. Но она так и говорила мне в 1:50. Я, еще 2 часа. Почему так получилось, не знаю. Что он на полчаса раньше отбыл с Сан-Франциско. Ну ладно, там я еще когда выйду, поснимаю. И уже домой, в Санта-Розу. Прибыли. И кажется, в Ларкспур, куда мне надо.
Я надеюсь. Вот так фарватер отмечен. Сейчас я приближу. Не ветрено было, не холодно. Когда туда ехали, я замерзла. Подплываем. Пришвартовываемся. Тормознулись. Ой, извиняюсь, палец. Лодка тоже тормозит, не только машины. Ну все, мне теперь надо бежать на этот трейл. Трейн или трейл, как его там. Поэтому, наверное, я не буду больше снимать пока. Пока не добегу, не убежусь, что поезд там не стоит. Пока. Спросила дорогу одного афроамериканца. Он меня заставил вот такой крюк делать. Вот вместо того, чтобы вот отсюда пройти, вот где дорога вот эта, я вот по тому пешеходному мосту вот так в обкружку все пошла. Я вот эту дорогу вспомнила сейчас. Мне кажется, вот так вот меня прям выведет. И там уже поезд подошел. Я же знаю, что это конечная. Но я, наверное, все равно бы на него не успела. Я так думаю. Ну, в общем, я такой крюк сделала. В то время, как я хотела бежать быстрее на поезд. На смарт свой. Зачем он так сказал мне, козел такой? Не знаю. Но я не помню, что это на той стороне было. Мне кажется, это вот на этой стороне станция. Я ему говорю, станция. О, нет, стейшн. А, может быть, он меня неправильно понял, что смарт. Там тоже было написано смарт. А когда я ему сказала стейшн, вот тогда он сказал, о, ну. И вот показал, как спуститься вниз. Какой ужас, я же его спрашивала. Ну ладно, что теперь делать? Память стала меня это подводить обратную дорогу, чтобы найти, что делать. Сидела безвылазно дома. Так вот теперь куда идти, даже не знаю. Ну ладно, попробую найти дорогу. В общем, у кого не спрашиваю, никто не знает, никто не здешний. И я, кажется, вот помню эту машину, и что у меня надо вот сюда, вот трейн написано. Вот так вот, сюда. Да, я еще, а вон оттуда показывала на девушку, она шла, которая мне сказала, Фари. Фари, или что там, я перевела, это кузнец. Это называется вот так. Откуда отплывает этот, лодка, это боут называется. Не корабль. Ну ладно. Я пожалела, что я там когда стояла, думала, что я быстрее побегу на этот трейн. И этот не засняла, как мост опускался, а потом он выдвигался, так интересно. Ну ничего, может быть, в другой раз засниму. Здесь можно отдохнуть, что ли. Вот помню, отсюда шли. Ну, на той стороне тоже вот такая штука есть. Такая вот типа прохода, что ли. Может, и оттуда тоже можно было бы. Зря я две дороги переходила. Ладно, задыхаюсь. Все-таки я успела. Я когда далеко еще шла оттуда, откуда-то. А, вот написано Ларкспур. Точно, я кажется, там, где нужно. Да, вот здесь вот Ларкспур. И я далеко так шла, и он стоял, вот этот поезд.
Train. Там я у девчонок спросила, я говорю, Санта-Роза занят. Кивнули, Санта-Роза, на эту сторону не могу сесть, извините, гражданин сидит. Так, как-то мне надо туда, что ли, пройти. Сейчас я попробую, сколько вещей у меня. Чтобы я могла вот эту сторону тоже снимать. То я вон ту сторону снимала. А это я опять дергаю, начинаю туда-сюда водить камерой. Ладно, пойду сяду туда. Туда пройти не удалось. Там тоже оккупировали уже такое место, чтобы с той стороны в окна сидеть, вот так за столиком. Ну ладно, ждем, когда будет отправление. Мы отчалили из Ларкспура. Сейчас в туннель заедем, поэтому я начала снимать. Вот я не могу даже вон найти сесть, потому что они опять-таки задом наперед едут. Я как снимать буду? Поэтому в туннеле сейчас. Вот темно. Это за окном вот так темно. Все, выехали из туннеля. И ту сторону не смогу снимать, потому что я сижу опять вот на этой стороне. Если бы я пораньше пришла бы, я бы и села туда. Заняла бы место. Сан-Рафаил, следующая станция, если я уже говорила, извините. Мое путешествие 14 июня 22 года закончилось. Туда, вот до конечной, вот откуда я вышла, это нечетный номер. А вот сюда и на Сан-Франциско четный был 106 номер. А этот какой-то, не помню уже. Спасибо всем, кто посмотрел, поставил лайки тем более. Пока. Ну, это в заключение. Оказывается, все было написано. Туда аэропорт, а туда Ларкспур. Все написано. И вот сама карта. А я в 7 часов утра растерялась. Пришлось мне там спрашивать. Ну, теперь действительно пока. Устала. Не знаю, смогу отдохнуть, нет.